Снова всем привет. В общем, после проделанных работ, а именно, ну вот в этом посте буду писать о том, как были поменены форсунки, поменен датчик положения дроссельной заслонки и тормоза прокачаны, поменен ремкомплект на переднем суппорте левого колеса. Так, что еще? Блин, так сразу не вспомнишь. А, убрал. Кто помнит, здесь у меня постоянно была проволока натянута. Это я переделал. Сделал вот такой крепеж. Засверлил туда болты. Вот. Так как форсунки ставил не стандартные, а с Volkswagen, там с какого-то другого мотора. Но это мне, скажем так, презент такой хороший был. Сделал такие вот втулочки. Не знаю, ну на фото будет видно, на видео видно или нет, не знаю. В общем, вот так вот. Ну, машинка, в принципе, после того, как ходовую поменял, вот такой вид имеет. Как бы не намного она села, но, я же говорю, по ходовым качествам вообще вопросов никаких, меня только радует. Что еще? Ну, так вот теперь на холостых вот так вот работает, более ровно, устойчиво. Там на фото будет видно, я форсунки пофотографировал старые свои, в каком состоянии были резинки, как бы, ну, все плачевно. Сейчас, как бы, мотор более ровно работает, тише, прием намного лучше стал. Ну, а сейчас, в принципе, поеду пробовать, проверять, как что к чему. Вот, ну, в общем, вот так вот. Вот так вот тихенько работает. А, также из датчиков еще поменял регулятор холостого хода. Шланги тут поставил другой, тормозушки долил, потому что не было. Ну, в общем, машинка, конечно, много времени к себе привлекает, но это хорошо. Ну, в общем, так. Всем пока.